Привет, Антошка. Что делать будешь? Собирать мозаику. Собирать мозаику? А покажешь, какая картинка? А, мозаика. Три кота, да? Три кота. Играют в доктора, да? Да. Ну, давай. Собери. Давай будем собирать. Нет, мам. Не, ой. Мам, собьем зайку. Сейчас зайка будем собирать. Надо сначала, наверное, перевернуть все лицевой стороной, чтобы было видно, да? Нет, чтобы... Ручка. Все детали лицевой стороной надо перевернуть. Надо все О, собрать. Ты уже коржика чуть-чуть собрал? Ничего себе какой ты. Ты помоги еще. Ты быстрый такой, да? Дай его не часть. Ты такой быстрый? Быстрый, ага. Быстрый. Что я не во этом, Толюш. Не во, Толюш. Помоги мне его собрать. Коржика помочь собрать? Вот. Нет, это от компотика, кажется, глазик. И вот костюмчик от компотика. Да не понадобится, нет. Как не понадобится? Нам все детали понадобятся. А, сейчас пока не понадобится. Вот от коржика деталь. А коржик? А отсюда? Это отсюда. Это хвостик у него и ноги. Ножка. И ножка. Угу. Еще найди часть. О, до него тоже. Видишь? Покажи. Ага, да. Точно. Чемоданчик уже получается, можно складывать. Вот от чемоданчика еще деталь, я тебе помогаю. Еще найду. Не так. Вот от чемоданчика деталь. Спасибо. Пожалуйста. Я тоже не отсюда. Как не отсюда? Ну ты примеряй, куда лучше. Отсюда. Это отсюда. Это круг. А ты Толюш. Это круг. Толюшем. Это круг с Толюшем называется. Покажи, где кружок с крестиком, да? Да. Это значит аптечка. Или чемоданчик с инструментами медицинскими. Нет. Не особо. А отсюда. Нет. Ближе. Уже меня. Собери, пожалуйста. Так, что тебе помочь? Что? Еще окошко? Вот, на, от окошка. Держи детальку. Ну, ты молодец, быстро так собираешь. Я думала, мы долго будем, а ты так быстро. Вот я, кстати, еще от окна вижу. Ага, это еще от окна. Помочь тебе или ты сам? Это чуть отпилил. Это тоже от окна. Окно получилось. Угу, окошко. Кошка тоже. И кошка. Ну, покажи, что там у тебя получается. Ух ты, как красиво-то. Ой, еще вот часы нужно. Часы нужно помочь? О, кстати, я от чемоданчика детали вижу. Вот, смотри. От чемоданчика медицинского? Да. Ну, давай. От медицинского, ага. Это не было. Часы вверх надо. Разрыл. Разрыл? Ну, ничего. Не страшно. Не страшно. Разрывалочка. Я разрывалочка. Какая-то разрывалочка. Разрывалочка. Ну, давай. Ой, где сейчас иди? Вот они. Ух ты, молодец. А не, я отсюда.
Не отсюда, но это от компотика деталь, да? Да. Так может уже давай компотика дальше собирать? Давай коржик. Коржика еще? Подожди. А вот это не от коржика? От коржика. И чуть-чуть от котика мордочка. Это от коржика. Ну теперь, коржик. Теперь можно и компотика собирать. Смотри, вот компотика лицо. Ага. Соединение зажимы. Это он. С коржиком. Карамелька с ним. И карамелька, да, с ним. Вот, вот. Еще детали от лица. Это карамельки ухо. Карамелька, так я ставила на ручки. И вот еще их ушки. Вот, смотри, сколько от мордочек всего. Ну что? А Тимати кинул свою шапочку. Шапочку искать? Шапочку не кинул туда. На пол они свои шапочки сняли, одели медицинские шапочки. Медицинские. Да. Медицинские. Это отсюда. Да, отсюда. Тоже отсюда. Могу дотянуться. Вторую частью. Могу дотянуться тоже. Ты дотянуться уже можешь? Ничего себе какой ты. Так, это от картины. Нет, вот, вот сюда. Ага. Да, видишь, там кусочек рамочки, Антон, правильно. Видишь, внизу кусочек рамочки, где шапка компотика. Ты правильно ставил, ставь. Вот сюда и ставь. Вот кусочек рамочки там, да. А, сюда, молодец. Молодец, да. Ой, еще часть. Помоги мне. Так, шапку, да, коржика. Это картины кусочек. Кусочек картины на стене. Так, мордочка на карамелькина, наверное. Ну, ага. Отсюда. Мозжайка. Вот, смотри, шапочка компотика, вот тебе понадобится. И вот еще шапочка компотика, кусочек я вижу. Спасибо. А сюда. А сюда тоже. Соби, пожалуйста. Не, не отсюда. Это ушко, поверни вниз. А, нет. Ну, кусочек ушка. Да. Пожалуйста, собери, нет. Помочь тебе вот так вот, да, сделать? Собери, пожалуйста. Так ты ж сам все уже собрал, что тебе тут собирать. И вот одна деталь осталась. Ну, собери. Помочь ее собрать? Да. Вот. Ну, покажи, что получилось. Мозаика. Ничего себе, какая картина. Покажи. И повесим. Ну, ты, получается, за 8 минут и собрал. Дай пока, посмотреть, что я там. Сюда, я говорю. Ух ты! Я сюда. Приклеим ее на ватман и на холодильник повесим. У нас на холодильнике он много всего уже висит, да? Чего только нет у Антошкиного тут. И магнитики, да, с фруктами. И цифры, и наклейки. И какие-то его поделки, да, с центра, с детского. И фотографии наши с попугаями. Из зоопарка фотографии Антошкины, да? Всего тут. Ничего себе. Да.